Привет, мои дорогие! Вы, наверное, уже заметили, что на этом канале у меня остался старый формат DIY. Такие видео делаются долго, поэтому выпускать их часто не получается. Так что, если вы скучаете по роликам в этом формате, подписывайтесь на этот канал, если вы еще не подписаны. Здесь есть моя DIY рубрика, есть рубрика Дарины с советами и лайфхаками. И, кстати, еще у Дарины есть свой канал, где она снимает видео о своих собаках и даже делает для них разные игрушки, вкусняшки своими руками. Советую подписаться. А сегодня мы будем делать все в теме единорожков. Классненьких, красивеньких единорожков. Ну что ж, давайте приступать. Поехали! Начнем с самой трудоемкой идеи. Вы наверняка уже видели похожие лохматые рюкзаки. Я решила сделать рюкзак-единорожку. Для этого нам понадобится пряжа, а именно много белых ниток и немного цветных. Желтых, фиолетовых, голубых, розовых и зеленых. И нужен рюкзак. Он может быть любой формы. У меня кверху сужается. Берем кусочек картона, подходящий по длине, а ширина сантиметров 6. Теперь обматываем его плотно белыми нитками. На ребро заливаем горячий клей. И приклеиваем к рюкзаку. Дальше разрезаем нижний ряд ножницами. Теперь также делаем следующий ряд. И почти до самого верха. Верхние слои сделаем из цветных ниток. Если у вас рюкзак более глубокий, то нужно задекорировать еще и боковушки. Спинку рюкзака не трогаем. На моем рюкзаке есть еще черный язычок. Я его задекорирую перламутровым фетром. И еще я сшила рог из розовой перламутровой ткани. Его я приклею на язычок, а если на вашем рюкзаке такого нет, то приклейте просто наверх, среди цветных ниток гривы единорога. А еще нашла в интернете крутую игрушку единорога, которую легко можно сшить самостоятельно. Нужен шаблон. По шаблону вырезаем две детальки из белой ткани. Дальше нужно сшить или склеить, оставив возле рога, на холке, сзади и внизу отверстие. Выворачиваем. В отверстие мы поместим гриву из цветных нитей пряжи. Просто нужно намотать несколько кругов нитки. Хвост и гриву подлиннее, а челочку покороче. Приклеим к туловищу. Разрезаем края гривы. Набиваем синтепоном или ватой. И аккуратно зашиваем отверстие. Из золотого фоамирана на клеевой основе я вырезала рог. Глазик и звездочки разных размеров. Готово! Еще сделаем декор на стену. В качестве основы я взяла палочку с Алекса. В 5 местах перевязываем лентами. Вырезаем из фоамирана 4 большие звезды. Приклеиваем их по двое к ленточкам. Напечатаем на фотобумаге 2 единорожика. Шаблоны вы найдете в описании ролика. Один вариант нужно будет напечатать в зеркальном отражении. Вырезаем и приклеиваем к ленточке посередине, сверху вторую деталь. А на соседние ленты также приклеиваем радугу. Чтобы повесить это все на стену, сделаем из нескольких нитей ручку. Кончики я задекорирую бусинами. Это были все единорожьи идеи на сегодня. Если ролик вам понравился, то не забудьте про пальчики вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и до встречи в следующем видео. Пока!